Не надо трогать мою собственность. Не надо. А меня не надо снимать. Почему? А просто так, я не хочу. Ну, дома я вас не буду снимать. А ты меня извини, пожалуйста. И вообще, что значит дома? На общественных местах можно снимать. Что? Можно снимать в общественных местах. Значит, слушай, мой. Дорогой ты мой. Я вам не дорогой. Ну, а вот именно. И на вы, пожалуйста. Уберите, пожалуйста, съемочную аппаратуру. Это просьба? Я... Это настоятельная просьба. Я потому что я... это противозаконное действие. Нет, ничего, вы ошибаетесь. Так. Если вы считаете, что я нарушаю закон, обратитесь в полицию или пишите заявление в суд. Значит, извини, пожалуйста. Вот это... Извините, нет. Пожалуйста. Вы извините. И вот уберите эту игрушку отсюда. Сейчас сломаете телефон. Будете сломаю. Работать. Сломаете? Да. Уберите, пожалуйста. Если это не